29-летняя Нюша вдохновилась пикантным аутфитом героини 44-летней Анджелины Джоли, Анджелина Джоли. Российская певица попыталась повторить культовый лук голливудской коллеги по шоу-бизнесу. Поп-звезда предстала в провокационном виде. Она устроила сексуальную фотосессию в черном боди, которая обнажила ее ягодицы. Стройные ноги подчеркнули импровизированные подвязки. Исполнительница хита «Цунами» набросила плащ из черной блестящей кожи и выбрала босоножки в тон одежде. Нюша распустила свои длинные пышные волосы и сделала броский мейкап с акцентом на губы. Она принимала выгодные позы, показывая достоинство похудевшей фигуры. «Завтра я встречусь с мистером Смитом», — указала артистка. Она прикрыла глаза стильными солнцезащитными очками. Фанаты уловили намек на персонажа Джейн Смит в ленте «Мистер и миссис Смит». Главных героев сыграли Анджелина Джоли и Брэд Питт Джон. На съемках этой картины у них завязались романтические отношения. В фильме актриса блистала в латексном мини и чулках. «Наша мамочка жжет, муж железный у вас, мать, ну ты даешь, не возьми меня с собой, да крутышка, почти как Джоли обожаю, когда ты в боди. Самая красивая девушка, фигура просто улет, очень красивая, Энджи отдыхает, какие формы, восторг». Написали они. Нюша с приходом весны поэкспериментировала с имиджем. Превращение певицы в блондинку вызвало бурную реакцию ее поклонников. Звезда воспитывает 1,5 годовалую дочь Симбу со своим мужем Игорем Сивовым. Молодая мама быстро сбросила вес после родов. Она похвасталась формами в эффектном мини с перьями. Телеведущая Алена Водонаева также попыталась повторить гламурный образ Анджелины Джоли. Она устроила битву платьев модного цвета.